Не менее 16 человек получили ранения в результате атаки неизвестных стрелков в Новом Орлеане. Все произошло в городском парке у игровой площадки, где снимали музыкальный клип с большой массовкой. По данным очевидцев, нападавших было как минимум двое, и у одного из них было автоматическое оружие. Они открыли огонь по толпе примерно из 500 человек. Началась паника. Прибывшим полицейским не удалось быстро добраться до стрелявших и задержать их не смогли. Командир приказал уводить людей в другой конец парка, а стрельбу наши офицеры услышали, находясь еще за квартал от места происшествия. Огонь открыли сразу в нескольких местах, только в самом парке было трое пострадавших. Проверяются все версии произошедшего, но основная – это перестрелка на криминальной почве. Известно, что из толпы был открыт ответный огонь, и сейчас полиция разыскивает как нападавших, так и оборонявшихся.